Утречка, отличный денёк для того, чтобы посмотреть Oxygen, теперь на релизе. А да, друзья, товарищи, мы играли когда-то в Oxygen First Breath, по-моему, называется. И теперь игрулька вышла полностью, вот первая версия. Тут, кстати, что-то зацензурено, непонятно что. Ну что ж, давайте поглядим. Обучалку мы по-быстрому прошли. Прошли. Начать новую игру без обучения. Так, имя. И смотри, тут множество различных параметров. Но уровень сложности, я думаю, пока что в сложно выходить нет смысла. Мы начнем. Ну, давай нормально. Все будет приемлемо. Количество поселенцев у нас будет 16. Нормально. Трещина. Все нормально. Нормальное состояние трупа. Несколько карт появилось. Шепчущие острова. Плачущие камни. Реки-близнецы. Каньон. Это что? По вот этому, если честно, это одна и та же карта. Одна и та же карта, просто разные места. Визуально похоже, но мне складывается ощущение, что все-таки это разные карты. Да. Так. Посмотри, ребятушки, то, что плачущие камни, это там, где у нас было обучение, там, где мы как раз предыдущие ролики записывали. Конечно, ссылочка есть и на плейлисты, и все. Чандер Плюс. Нет, пока что просто Чандер. Это имя профиля. Давайте на шепчущих островах на первой карте на нормальном уровне сложности. Поехали, погнали. Так, есть сохраняшка, есть пауза, есть изменение скорости 1, 2, 3. Новое задание, давайте посмотрим. Начнем с основных потребностей. Воды, еды и дома. Срок на 3 дня. Принять, конечно. Принять. Контейнерный дом, рыболовный причал, водный очиститель, столовка. Дождь, потом будет 2 дня снега. Да, кстати, снежно, это значит, что у нас заблокируется, да, доступ? У нас есть запас, причем хороший запас, но тем не менее, как можно скорее нужно заняться проблемой водоочистителей. Ну и рыболовецкое, видимо, нужно. Сейчас, а как? Чуть-чуть. Куда? Чуть-чуть. А, да, слушай, правда, чуть-чуть наружу. Стоять на поверхности. Да-да-да. Вот это, наверное, самое лучшее, что мы можем сделать пока что. Хорошо, водный очиститель мы пока что поставили. А можно удалить? Демонтаж. Хорошо. Еще раз. 25 металла, кстати, нам и вернулось. То есть, если мы не начали, то мы не начали. А если мы начали, то мы начали. Хорошо, давай тогда располагать вот на таком расстоянии, чтобы рядом, в случае чего, можно было еще поставить водный очиститель. По поводу причала. Рыболовецкий причал. Можем ли мы его поставить в реку? Вряд ли, да? Слишком далеко. Нет, можем. Ну, потенциально, кстати, можем. Это хорошая новость. Пока далеко. Пока далеко. Давай вот здесь у нас тогда рыбку будет ловить. Здесь рыбы. А что еще нужно? Одна столовка нужна. Пусть они пока начинают строить. Контейнерный дом. Столовая. Столовку поближе нужно к центру наверняка располагать. Поверьте. Вот так давай. Хорошо? Да пойдет. Можно, конечно, на угол поставить так-то. Пусть будет на углу. Нужны еще дороги. Сколько дороги стоят? А ничего не стоит вообще. Это приятно. Давай проведем тогда вот. Ну зачем ты нагреваешь? Ну зачем? Ну для чего? Что плохого я тебе такого сделал? Все, здесь проведем дорогу. В принципе, вокруг центра можно провести дорогу. Но мы давай пока вот таким образом. И до нашей водоочистительной станции. Все, добро. Можно что-то начинать собирать, в принципе, вот эта часть нам явно мешает. Пару рабочих сюда отправим. Дерево выращивай с молоду, как говорится. 4 контейнера домика. Давай построим контейнера домики. Рядом с деревом было бы желательно строительство домов, чтобы они в будущем не потребляли энергию. Как только их тут грамотно расположить, если честно, не помню, насколько хватает купола. Но мы пока расположим вот так вот, да? Можно даже вот так расположить и общую дорогу вывести, правильно? Все хорошо. Дорогу только. Так, дороги. А можно вверх камеру поднять как-то? Можно куе. Куе. Только развернуть. Не, ну я могу отдалять, например, вот так, если ты об этом. Вообще, чтобы просто смотреть не сбоку, а вот... Вот так пока проведем дорогу, а там посмотрим.
Нет, к сожалению, чисто в лоб нельзя. Так, газоотвод мы пока не можем делать. Мы ничего не можем делать. Ладно, это, я думаю, на будущее задание. Сейчас действительно нужно озадачиться в первую очередь вот этой едой, водой и прочим. У нас есть незанятые дети, бездомные. Бездомные незанятые дети, ребят. Такое бывает. Так, в столовку ставим. Хорошо. Это рыбалка, это вода. На воду 3 посылаем, сюда 2. Ну, так в обучении, во всяком случае, было. У нас 3 дня было на это все, а мы справились за один, вы понимаете? Вот это вот мастерство, вот это первоклассное качество. Сюда, кстати, вода будет расходоваться очень сильно. Надо тогда 4-ку послать уже на водоочистительность. Уже темно. Уже темно. Но они продолжают работать. Давайте, мужики. Ну и не только мужики. Мальчики, девочки, вперед! Сохранение пошло. Отличная работа, задание успешно выполнено. Вы можете увидеть свои награды ниже. 25 металла нам дали и 15 камня. Спасибушки. И рожицу дали, что немаловажно. Согласен. Хранло, говорят. Хранилище еды, воды, вместимость 1500. Вообще нужно. Вот серьезно нужно. И это желательно поближе к столовой, чтобы доставляли тогда сразу же, да? Дорожку нужно будет... Сейчас проведем. Дороги обязательно нужны. По дорогам они быстрее будут перемещаться. Быстрее перемещаться, значит, быстрее добывать ресурсы. Быстрее добывать ресурсы, это значит то, что нам нужно. Здесь будут, скорее всего, сюда выходить. Что-то они дорогу не делают. В принципе, долго они что-то все делают. В принципе, все сделали, но что-то дороги... У нас есть рабочие? Нам нужен исследовательский центр. Вот это вот жизненно необходимая вещь. Без него мы умрем. Давай сюда расположим. В принципе, у нас есть потенциал на выход дороги туда, а все располагать в одном месте, это было бы уместно сейчас. Строители. Есть у нас? У нас 4 строителя есть, да. Это кто такие? Количество работающих в руинах. Ну вот двое работают, собирают металл, мусорщики. Что нам еще нужно? На самом деле нам необходим вода. У меня 4 работают, алло. Так ничего, это дерево. Выращиваешь. Да, но ну, я думаю, на самом деле, потому что они много пожрали, мы построили, и это потребление за предыдущие дни, потом у нас статистика покажется лучше, я очень на это надеюсь. Я понимаю. Так, потребление энергии. У нас заканчиваются запасы. Здесь бахнет, мы пока не можем эту воронку использовать в качестве энергообеспечения. Где у нас есть уголь? Как я могу посмотреть уголь? Статистика? Нет. Только так рассматривать, да? Тут камень. Как-то, по-моему, делали. Давай посмотрим. Ага. Ребятушки, G нажимаем, и вот он у нас уголь. Вот показывает, где уголь. В принципе, недалеко, конечно. Самое близкое, по-моему. Да. Есть залежи угля. Можем ли бы построить сразу же угольную шахту? Давайте. Не энергия. Не энергия, это ресурсы. Угольная шахта. Угольная шахта. Пока не можем. Тогда нам необходимо сюда идти и уголь добывать. У нас минус энергия. Ох, у нас мало строителей остается, если честно. Прям вообще нет. Нам нужны людишки. На дерево мы послали одного, по-хорошему 3 отправлять сюда. А, нет, здесь 1. Здесь вот, смотри, 3. Видишь? Это просто 3 дерева, видимо. 3 дерева? А где еще? Дерево. Оно далеко. Вот дерево, очень далеко. Ну, видимо, вот оно, видишь? Вот это? Да, с красненьким. Далековато, далековато. Ладно, пока так посмотрим, поглядим. Новое задание. Хорошо, какое? Давайте произведем электричество из трещины с помощью газоотвода за 5 дней. Произведем. Реально произведем. В награду мы получим очки доверия, металл и уголь, что немаловажно. Все, с угля убираем пока что. Ребятушки, занимайтесь строительством исследовательского центра, пожалуйста. Срочно. Пластик. Пластика нет. У нас нет пластика. У нас есть пластик. Пока терпим. Униформа есть. Доносите. Все, центр доношенный. Хорошо.
Дороги вроде ничего не стоят, но их и не строят. Пока что. Надо дождаться, на самом деле, строительства дорог. Собрать уголь. Произвести, собрать уголь, да. Так, давай тогда... Я не закончен. Хорошо, давай тогда поставим дорогу все-таки сюда. Да вот этих руин нам явно нужно. Они отказываются. Что? Они отказываются... Что? Дороги строить. Это да. Поставил. Хорошо. Исследовательский центр нам точно нужен. Давай сразу на тройку. Это будет 15 очков энергии в кратчайшие сроки. Ага, в кратчайшие. Ты посмотри, как медленно оно. Продуктивность. Сфокусируйтесь на следующем такого этапа. Есть один этого типа. Что? А, это... Я понял, смотри. А. Ага. Все, я понял. Это вид мы фокусируем. Камеру. Воронки прям раздолбанные долго будут. Во-во-во, смотри, прокладывай дорожку. Работа пошла. Эх, хочу вот эту воронку. Она, в принципе, не так далеко от нас. Хочу. Хочу. Где очки исследования? 5. Работайте. 5. Давай еще. Давай, давай, давай еще. 10. Хорошо, газоотвод 15 стоит. 15, вот он, специальный. 30 шестеренок, 25 пластика. Кстати, нам по-хорошему добывать и шестеренки, и пластик. Мы почти добыли металл. Это хорошо, у нас освободится 2 мусорщика. Мы сможем их перераспределить. В частности, отправить... Ну, вот здесь вот и пластик есть, и все остальное. Вода замерзнет? Пока нет. Пока не мерзнет. Только начало дня. Только начало. Но у нас... Все. Все, видишь, перешло в производство. О чем я и говорю. Но оно остановилось. Все в порядке. Приятного аппетита, кто кушает камень, лопает трапезничает. 20! Мы пропустили это, мы прозевали. Так, давай посмотрим. Металлоконструкции, что дает? Металлические доски. Вот, угольная шахта. 50. Сигнальная башня, которая людишь, очень нужная вещь. Причем это с подлодкой надо будет совместить. Подлодка черт его знает где будет. Мастерская одежда, кафе. Теплица для выращивания овощей. Это супер классно. Жилище среднего размера. Шестеренки, камень. Но дорого. Все очень есть. Дорого. У нас есть газоотвод, устанавливаем его. Успеем. Успеем. Успеем, успеем. Он быстро строится. На его постройку требуется... А, показывает сколько? Нужно приоритет. Ему можно приоритет поставить. Первое. Супер сверх максимальный, давай. Дорожка подождет, а вот взрыв. Почти добыли тут уже металл, мусорщики наши. Ну, здесь вот дорожка, здесь хорошее у нас будет место для добычи всего в целом. Это приятно. Есть хранилище. Оно делает. Делает? Да. Да, делает газоотвод. Прекрасно. И нам надо будет еще собрать уголь. Успеем. Нам еще газоотвод нужен. Оп. Их 2 нужно. Па-та-ра-та-та-та-та, между прочим. Нам обязательно только на такие, на взрывные? Да, на тех, кто еще не успел взорваться. А, ну, иначе. Позже, наверное. Тогда ждем. Тогда ждем. И уголь нужно будет собрать. Надо, чтобы они сначала дорогу достроили, потом будут уголь собирать. Так, это металлические доски, это пластик. В принципе, не так далеко от нас находится залежи металла. Ну, это добывать надо. Да, это надо добывать. Шестеренки, к слову. Угу. Так, нам скорее нужны дороги сюда, я думаю. Дерево обвести дорогами. В целом, разумное решение. Обведем дерево дорогами. Пусть ходят, как хотят. И, собственно, вот сюда мы сможем провести тоже дорогу. Добро. Все, построили один газоотвод, он на 15 дней. Ой-ой-ой, энергия как там? Пока что... Ой, там ветреный день будет. В конце ветреный, это плохо. Это нам нужен медицинский центр. Сообщество, медицинский центр. Будем болеть. Угу. Не громко ли игра, кстати? По-моему, нет.
Ну ладно, будем считать, что терпимо. Ребят, напишите в комментариях, как вам в целом игрушка, ну и как там по звуку и так далее. Как вот они вот это пропустили? Я не знаю. А можно приоритет дороги, кстати, я не могу задать. Так это же приоритет дороги. Они пошли сюда строить. Может, они строят ближайшую? При этом он достроил вон там вот в самом конце, а вот это пропустил. Да. Логика гениальная просто. Так, есть еще воронка, поехали. Энергия. Нельзя нам время пропускать в данный момент. Журнал что-то дзынькает. Журнал событий. Новая трещина как раз-таки. Я думаю, надо оставить журнал, чтобы вот новая трещина сочится. Медицинский закончили хорошо, мы пока его отключим. Да. Операция, все работники уйдут. Там никого и не было. Кислород потреблялся. Ага. Все. И энергию не потребляет, и кислород не потребляет. Да. Ноль. Кстати, по нулям реально оно. Только домики он тратит энергию. Окей. Тем не менее, потребление больше, чем производство. О, достроили, хорошо. Нам нужен уголь. Сколько у нас рабочих есть? Три строителя всего. Давай двоих посылаем. Мусорщики, к слову, освободились. И куда они делись? Без понятия. Вот где эти мусорщики? Все работающих в руинах. Это вот двое сейчас. Ладно, два рыболова. Два рыболова не хватает. В воду мы вроде... Да, а вот рыболов нам еще один по-хорошему нужен. Тогда у нас вообще нет строителей. Можно тогда перевести с одного исследования в целом. На рыбу, да. Нам нужна еда. Тем более нам нужны запасы. Прям большие запасы. Там 1000 единиц нужно. Для ачивок... 2000 даже единиц, да. Для ачивок, ребят. Так, здесь мы построим. И миллиард энергии. Новая трещина сочится. Это нужно ставить. То есть энергию нужно облагораживать однозначно. Сколько оно стоит? Давай посмотрим. 30 шестеренок, 25, боже мой, обалдеть, пластика. Там потом нужно будет разбирать их. Насколько я помню. Когда они дозреют. Да, они выработают. Это да. Все равно дорого. Еще одно задание. Новое задание. Давайте построим причал под лодки. Что? 5 дней. Нам людишки очень нужны, я согласен, но как мы это сделаем? Это отличная работа, вы хорошо постарались, нам дали уголь. Хорошо, мы пока уберем с угля. Пластик добыть нужно. Построить причал для подлодки. Построить, значит, он у нас есть. Не факт. А где он будет? Можно, наверное... Декор, кстати, нужен. Думаешь, вот сюда можно на причал для подлодки? Да, да, причал для подлодки, смотри-ка. Подводки. В другую сторону. Учитывая, что у нас здесь дорога есть, было бы разумно расположить причал где-нибудь вот в этой части. Вот максимально в воду, да. Так. И дороги. Бам. Хорошо. В целом пойдет. Так, это мы воронку сейчас закроем. Плюс энергия будет по поводу пластика. Пластик, ну, нужен, но нужно сначала вот это дособирать. Очень много как-то всего, конечно, накинули на нас. Два ветреных дня. Три ветра. И весь месяц ветреный, да-да-да. Вообще зима у нас. Сигнальная башня же еще нужна, наверное, будет. Так, угольная шахта, у нас не хватает уже металла на нее, объективно. Водный очиститель ускоряет производство на 20%. Это после кафе. Нужно. Нужно, прям реально нужно. Уголь производства. Обработка металла активирует плюс один увеличение к объему производства. Кладбище. Я вижу, но нам это все очень нужно. Рыболовный причал плюс одна рыба. Безумно дорого, но у нас выбора нет, нам нужно развиваться в этом направлении. Каменоломня, оборудование. Можно, конечно, пойти по стоимости, то есть у нас сейчас угольная шахта, мы угольную шахту открыли. Водяная турбина.
Во время мороза и засухи не вырабатывает энергию. Ну а так в целом вырабатывает, это хорошо. Газоотвод есть. Все. По энергии что? Производство есть. Что? Что? Она была в плюс, а потом резко в минус. Не, порядок, порядок. По еде плюс небольшой, по воде небольшой плюс. Пока терпимо. По дереву сколько? По дереву тяжело идет. 74. Нужно сколько процентов? 80, наверное. Новая трещина сочится. Трещины по-хорошему нужно закрывать, но у нас, если честно, закончились шестеренки, у нас закончилось вообще все в этой жизни. Включи дороги. Что включить? Это убрать дорогу. Дать дорогу. Ты просто навел, я подумала, что это нет. Трещина. Нет. И он трещины поубирали. Но она взорвется. Взорвется. Далеко от нас взорвется, поэтому терпимо. Тут пластик можно добывать в целом. Все, строительство причала для подлодки завершено. Да, пластик. Можно отсюда добыть пластик. Пластика нужно. Ну, нет, отправим вот так, наверное. Пускай дороги делаем. Да, пускай хоть кто-то займется строительством дорог. Как вот, ты посмотри на него, как он это делает. Я не знаю, какая логика строительства дорог, но она странная, мягко говоря. Взял там дорожку, сделал вот тут. Угу. И пошел дальше. И пошел дальше. А то, что у тебя там еще дорожки. Ладно, укладывай ты на том спасибо, как говорится. Все, до шестеренок, да. Тут воронка взорвалась. По пластику что? Пластик в процессе добычи, хорошо. Нам выдадут 30 пластика, к слову, шестеренки. Я не знаю. Он ушел на обед? Все, есть. Хорошо. Все, пластик добылся. Так, дальше. В принципе, охранло дорого стоит? Всего воду нет. У нас и так, по-моему, два. Камень нужен. А, два хранилища, точно. Камень нужен. Ой, все нужно, если честно. Пластик в первую очередь нужно добывать, если честно, отсюда. Здесь мы оставим на черный день. В подлодку надо кого-то ставить? Или она просто... Нет приближающейся подлодки, нет, она просто будет привозить. Людишки нам ультра... Опа! Когда-нибудь она достроится. Вот он. Все, готово. Один строитель у нас есть. Куда бы тебя отправить-то, строитель? Пока в науку. Хотя нам нужно, конечно, что-то строить. Угольная шахта у нас. У нас тут уже забито, видишь? В воде забито. Угольная шахта. Можем построить в целом. А ультра далеко. Можем ее чисто построить, но оставить неработающие пока. Прям на будущее, да? Если вдруг понадобится давай, уголь. Давай, согласен, разумно. Так, медицинский центр, окей. Два дня ветра, это пойдет. Дороги тоже будем прокладывать. Хорошо. Ой, хорошо, как смотри, проходит. Очень хорошо. Все, добро. Так и поступим. По-хорошему бы где-нибудь здесь хранло, если честно, поставить. Но нужен камень. А где камень добыть? Давай смотрим. У нас есть G. Мы берем и выбираем. Вот он, камень. Ну, плюс-минус здесь как раз-таки. То есть мы по дороге почти что это сделали. Ребенок вырос. Готов к работе. Хорош. Пусть работает. Давай вот так вот сделаем вывод сюда. Хранилище, правда, было бы очень удачно здесь расположить. Хотя, если честно, вот тут можно еще добавить дорогу. Ну, чтобы больше окружных путей. И, в принципе, здесь тогда хранилище есть. Пойдет. Нас это устроит. Все. Дороги строятся. Жизнь идет. Трещина сочится. Сколько? 13,6 дней осталось здесь. Наверх, повыше. Вот это, по-моему, самое... 11,9 дней. Пока вырабатывает, конечно. 3 единицы энергии всего лишь вырабатывает. Очень мало. Но лучше, чем ничего, поэтому грех жаловаться, конечно. Блин, деревья по-хорошему бы выращивать. Все. Пока нет возможности. Ну, сначала вот на все распыляться, конечно, мы не можем. Слушай, 78%. Вот, видишь, 80%, да. Задание. Новое задание какое? Давайте посмотрим декорации. Давайте посмотрим.
Звезда. Произвести, собрать металл и построить звезду пленительного счастья. Металла не хватает. Звезда. Ну давай зазвездимся здесь. Всем поселением. Поселение? Строениями. Ну давай не прям так рядом. Хотя скорее... Чё нет-то? Нужно. Что, чтобы потенциальные места жительства. Поверни ее только. Так нормалёк. Чтобы дорога в другую сторону шла. Нормалёк. Поставишь там еще дорогу. Повсюду дороги будут. Ну пусть так будет, согласен. Для звезды отсутствуют материалы. Этот металл мы пока не можем добывать. Где мы можем добывать металл? Сверху. Давай посмотрим. Металл, пожалуйста. Нет, там нет металла. Там нет металла. Вот здесь есть металл. У нас почти дорога. Почти есть. Почти есть. Давай проведем ее до конца. Давай, дорога в светлое будущее. Чьему-то дому. Здесь прям ровненько можно было бы, да? Нормалек. Так, кислородный центр пока порядок. У нас есть еще юнцы, которые рано или поздно вырастут. Но два строителя у нас всего лишь. Маловато, конечно. Ультра мало, я бы даже сказал. Жаль, что нельзя задавать приоритет вот на эту дорогу, к примеру. Ладно, два мусорщика добывают пластик. Пластик нам... Реально. Опа! Есть контакт. Это маленькая еще. Пока что маленькая. Потом вырастет. По идее, должно весь район захоботить. Поддерживаем дерево, ребят. И, конечно же, приятно, что нас поддерживают наши дорогие, замечательные, потрясающие, великолепные бустеры. Только лишь благодаря которым у нас на канале выходят видосы. Присоединиться к их числу, вступить в семью, а семья это главное, можно по ссылке в описании. Ссылка на Boosty. Переходим и подписываемся.